слышит, как будто какая-то сырка, да? Кормится. Ну, действительно, не в этом было ничего. Пойдем посмотрим, где там мама. Самец вот там отдельно сидит. А это мама и два медвежонка. Нордик и Шайна. Ну, мама, на вот это вот? Да, скорее всего, вот это. Которая прыгала. Они уже, понимаете, одинакового размерчика. Поэтому их очень трудно отличить. Маленькая это Шайна, девочка Шайна, а побольше это Норди. Ой, ну куда спрятаться? Ну сколько лет?